Я, конечно, принял эту новость очень печально. Почему? Потому что Нурсултан Абишевич Назарбаев правил страной, Казахстаном более 30 лет. Правил он хорошо, красиво. Мы достигли многих вершин, достигли за счет Нурсултана Абишевича. Хотелось бы видеть в президентов Имангали Тасмагамбетова, будущим правителем Казахстана. Даже непонятно было, потому что так неожиданно было. Ну, я в шоке. Под ним все было под контролем. Ну, как все было стабильно. Город расцветал, особенно Астана. Честно, не знаю. Ну, это очень печально, мне кажется, для страны, что он оставил свои полномочия. Значит, так нужно, раз он так сделал. А что вы ожидаете от нового президента? Ну, надеюсь, новых улучшений в лучшую сторону, что в стране будут какие-то новые сдвиги. Новые сдвиги, но положительные. Все изменения, они будут к лучшему. И это как-то положительно скажется на, как сказать, ну, на нашей стране. И все будет замечательно, в принципе, как и сейчас. Не сказать, что сейчас плохо, будет только лучше. Не знаю, насколько сейчас он сядет на пост, но надеюсь, что за это время он сделает нам страну только еще лучше. Ну, у нас было уже 28 лет. Все, что мы сейчас имеем, можно сказать, на его плечах лежит. Так что это просто можно оглянуться и посмотреть на это. Все, что мы сейчас имеем, благодаря нему.